Всем большой привет, всем здравствуйте. В очередной раз убедился, что не зря поставил большой патрон на станок. Сейчас и вам это покажу. Ну, например, работая на маленьком патроне 220 мм, который у меня стоял раньше, я не мог сделать следующую операцию. Я не мог взять кусок буровой трубы и вставить ее в патрон. Этот кусок в этот патрон тоже не влез. Но эти кулачки вот в этом месте, эти кулачки в этом месте вот настолько длиннее. Те всего 40 мм были, а эти вон. То есть, обхватив вот эту огромную трубу за вот такой большой вылет, я теперь могу смело торцевать, точить или еще что-то делать. Ну, для справки, диаметр трубы 108 мм. Вот вам и пожалуйста. В 250-м патроне я тоже этого не смогу сделать, потому что в 250-м патроне у нас 70 мм отверстие входное. В моем старом патроне было там 60 или 55 маленькое. Большой вылет кулачков, большие кулачки. Я смело зажимаю трубу и смело с ней работаю.
Ну вот, ребята, иногда и приходится на вот такие ухищрения идти. Так, я не помню, я с вами здоровался или нет. Давайте еще раз. Здравствуйте, добрый день. В общем, на вот такие иногда и ухищрения приходится идти, когда нету нужного материала. Или когда этот материал нужно сэкономить. Ну, сейчас вы прекрасно поймете, да? Я сейчас ее сниму, эту барабулю. Хотя не надо. В данном случае экономия почему пришлось делать? Это вот та своеобразная ступица. Здесь будет подшипник, и здесь конца тоже будет подшипник. Здесь станет вот такой, 300 какой-то, 8 там, я не знаю, ну здоровый какой-то подшипник. А здесь будет стоять подшипник, ну типа 220-го, здоровенный. И сами понимаете, вот точить из цельной вот такой болвашки, с цельной болвашки вот такую деталь, которая внутри пустая, с которой все лишнее надо убрать, и останется стенки тут по 10-20 миллиметров, все остальное переводить в стружку. Деталь весом 100 килограмм, ну как-то вроде нерационально. Поэтому в данной ситуации было принято такое решение. Это у нас кусок трубы, это у нас большой ненужный фланец, тут переходной фланец для сварки. Ну, в общем, вот такие дела. Можно было бы сразу бы это, конечно, сделать, но получилось... Ну, вы помните, да, я тут отверстие огромное выбирал, поэтому можно было бы сразу оставить. Но из-за нехватки материала думали сначала так сделать, потом так, в итоге пришли к так. Да, будет лишний сварочный шов, ну ничего страшного. Вот. Здесь поджимники огромные, но нагрузки будут терпимы. В общем, сейчас что, сварочкой я это все прихватил, вы видели. Все это отбалансировано, все это хорошо без биения у нас идет. Ну, видите, да? И даже если есть какое-то биение, нам это не страшно. У меня все размеры сейчас, внутренние, наружные, везде все размеры, у меня в плюс по 2 миллиметра. Здесь, если и есть биение, пускай даже в миллиметр, который вы не увидели, да? Вот, ну тут намного меньше. То есть этим запасом я это все полностью перекрываю. Итак, отдаем деталь теперь на сварку. Могучим полуавтоматом это все будет на поворотном столе, ну специально крутилка такая есть, да, все это будет проварено, снутри будет проварено, с улицы будет проварено, и эта деталь потом опять попадает к нам, и мы ее будем растачивать под подшипники. Вот такие вот дела. Я думаю, на этом этот ролик можно будет сегодня закончить, как мы это что точили, резали, строгали, подгоняли. Ну, иногда, в общем, приходится из экономии материала делать вот такие вот переходные штуки. Ну, кстати, это даже в автомобилестроении, в машиностроении очень широко распространенная тема. Ну, сами понимаете, да? Перегонять огромнейшие объемы в стружку никому это не надо. Проще состыковать, как-то нормализовать и получить вот такую фигуристую деталь. Ладно, я уже повторяюсь. Итак, ребят. Итак, ребят, вот на этом сегодняшняя наша работа заканчивается. Ну и так, ребят, на этом наша сегодняшняя работа заканчивается. Всем, как всегда, вот огромнейший такой привет по диагонали. Будьте здоровы. Ну и точите себе или вашим соседям, ну вдруг им это надо, да? Вот такие огромные детали для экономии материала из составных вот из кусочков. Все, этот ролик заканчивается. Будьте здоровы. Всем пока. А эта деталь к нам скоро вернется, уже заваренная, проваренная. Будем опять ее точить. Всем пока.